Очередная встреча в рамках проекта «Умная коммуникация» состоялась с активом деревни Чеверево. На ней присутствовали лидеры общественного мнения, окружные депутаты, представители администрации, сотрудники территориального управления. Жители поделились, что на территории населенного пункта появилась новая долгожданная детская площадка. Это пожелание сельчан было одним из тех пунктов, который вошел в инвестиционный паспорт деревни. Очень приятное событие. Мы сегодня открываем нашу новую площадку. Старая прослужила 17 лет, конечно, была вся разрушена, а сейчас такая прекрасная площадка, дети довольны. И я вам хочу сказать, что это все произошло только благодаря стараниям и программам Воробьева, нашего губернатора, и нашей главы администрации Юлии Олеговны Купецкой. Новая детская площадка, по словам лидеров общественного мнения, появилась в Чеверево в рамках губернаторской программы по развитию спортивных и детских площадок. В короткие сроки строители возвели современную безопасную игровую зону с мягким покрытием. Местные юные жители уже успели ее оценить. Лидер общественного мнения Юрий Уланов отметил, что инвестпаспорт был согласован с чеверевцами всего пару месяцев назад. За такой короткий срок строители построили эту площадку. Здесь давно, действительно, здесь она была, но очень плохонькая и старая-старая советских времен. Вот, и сейчас вы посмотрите, какая здесь природа, как все интересно, как все хорошо. А дети-то как рады. И посмотрите, какое качество хорошее. В следующем году мы еще что-то сделаем здесь, благодаря инициативе жителей и старосты. В ходе встречи лидеры общественного мнения пообщались с чеверевцами, обсудили их дополнительные пожелания и планы на будущее. В завершение староста подписала акт об исполнении работ по возведению новой детской площадки.